Hey, yo guys, с вами Шумити, и мы продолжаем проходить игру по названию Crash Bandicoot 2. Так, у нас два еще уровня и босс, поэтому не будем... Или стоять. Да, все правильно. Поэтому погнали. Да, шкантишек у меня осталось не очень много на самом деле. Всего лишь 19. Интересно, а если я умру, мне придется заново проходить? Ну, именно промежуток, там, остров, я не знаю. Или я просто как бы уровень проигрываю и все. У меня будет теперь ограниченное число. Вот Макакич. Все продумала. Ё-моё. Какая там была... А я допрыгну туда? Блин, а я бы мог успеть. Дождик идет. Новый эффект. Воды. Континиум. Так, не знаю, что мне здесь помешать пройти. Либо мне показалось, либо... Там кто-то что-то швыряет, ребят. Вот, блядь. Чувств... Ебучий... Камень ты проклятучий. Так, кажется... Блин, я к этому существу уже подхожу. Допустим. Оно не падает, это уже хорошо. Секрет. Музыка поменялась. АЕФ. Ладно. Не понял. В принципе, а я успел. Могу, наверное, чтобы контишка там была. О, я вижу опять этот замок. Босса нашего того старого. Ладно. А как мне нужно было другие сломать? А ладно. И так норма. Так, раз, два, три, четыре. А где тут еще бонусы? Где тут еще были коробки? А, точно, все. Что-то я туплю. Так, easy up. 20 хп. 20 континиум. 20 континиум, это хорошо. Так, Макакич. Так, что у нас? Правильно, минус 20. Задание. Я даже не допрыгнул. Под Кате нужно было это сделать. А... Тут невозможно. Только если б я наперед прыгал.
Ладно, допустим, представим. Фу, успел. Буду-буда. Ой, тихо, это тоже разрушаемое. Это такая тварь. Просто тварь, которую убить нельзя. А, ну я просто съезжаю с нее. Осознание факта, то, что я не могу ее убивать. Хотя ладно, я перепрыгнул. Яблочек много дают. Замечу, что это только начало. Что жопа зарит? В начале серии. В начале серии жопа сгорит. Не доводите. Не доводите. Хорошо, здесь, допустим, я нормально допрыгиваю. Почему я здесь допрыгиваю? Наконец-то. Кристалс. Я не буду их убивать. Нахер вы мне нужны? Вот континуум, да. Здорово. Ну, если вы играли... Хотел сказать, если вы играли в Donkey Kong, тогда у вас не будет проблем. Ух, неужели? Что-то как-то быстро на самом деле. 7 минут. Я больше потратил времени, мне кажется, на бонусный уровень. Так, что у нас новенького здесь добавили? Ну, допустим, в джунглях у нас было эти типа осы. Цветок, который в меня пуляет, и инновации, что я могу залазить под землю. Зимой у нас нового нихера не было. Здесь у нас горилла появилась. Ладно, поехали. И хейвинг. Бля, хейвинг. Би, особенно би. Не, подожди, биза, это осы. А би тогда что? Окей. Би-би-би-би-би. Из. Это осы. Бля, если был бы бир, это было бы пиво. Или пиво-биар. И это осы. До свидания. Да-да, попрячься мне. Главное, чтобы этих ебучих ос не было. Всё. Самое главное. Это ж не то, что я подумал. Это большие осы. Я молодец. Так. Я молодец. Да, если там можно было убить, то здесь теперь хер убью. Ага. Понял, принял. Ого. А, то есть ты рандомно, да, двигаешься? Да не.
не очень-то рандомно. Рип. Рип. Успел. Время бежать. Ух. Успеваю аж, даже не знаю как. Бля. Ну я точно не от ос умер. Ладно, успел. Немного приловчился. Хотя... На самом деле фиг его знает. Они, короче, каждая оса отвечает за свой улей. Отлично. Вниз, все. Туинти. Сложность нулевая. Сложность нулевая. Готово. Отлично. А, то есть он именно рассчитан на то, чтобы ебашить земли. Не, ребят, так вы меня не достанете, сорян. Так уж, извините, сорян. О, я все взорвал, нихера себе. Так, а ничего, что уже 13 минут, да, как бы, а я уже сейчас буду босса убивать. И? Блин, но серию прервать это будет как-то не очень круто. Просто я сейчас почитаю. Блин, так кристаллов нам до хера нужно. Хотя по 5 уровней. По 10 должно быть около 10 этажей. О, начинается. Крэш. Ой, все, короче. Пускай сам говорит. Крэш. Deliver the crystals to Engine. Короче, на самом деле, я думаю, если я сейчас пройду, то это будет GG. Мне придется все порталы вот эти заново проходить. Хотя, нафиг на самом деле, блин, знать. Доктор Энгин. Осик. По сути, это должен доктор Н. Да, этот пацан. Хера себе. Хера себе, робот.
Знаешь? А, то есть когда... А куда мне нужно стрелять? А, в механизм его. Класс. Считай, попал. Так, почему он... Пускай тогда открывает, блядь, передо мной, а не там. Или мне нужно... Не. Нет, так не работает. Так это дело не работает. Давай, ну! Уже заклинило две. Я яблоки херячу. Где эффект? Эффект от яблок. О. О, все. Что, пацан, все? Минус рука. Минус вторая рука, смотри как. И что, будешь теперь в лицо тебе стрелять? О. О, я понял! А, все, он ниже стал. Все, ко мне. А, я вообще ни разу не попал, замечу, в эти. Не, это полегче, этот босс. Блин, главное в него еще попадать. Ноль попаданий, просто за эту волну ноль попаданий. Так, готово. Отлично. Давай, 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 давай. Главное хорошо стрелять, когда он начинает атаковать. Воу, воу, воу. Ладно, это на самом деле не так уж сложно. Только попадать тяжело. На самом деле попадать тяжело. Готово. Блин, короче, нужно перед тем, как его... Давай, давай, на, в лицо, на. GG. Так, две руки заклинило. Давай, давай, давай. А он атакует. Давай, давай, руки показывай свои. Минус одна рука. Давай, 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 давай. Я верю в тебя. Ой, я успел перед атакой его. Так, а теперь нужно... Короче, он просто летает. И в ту сторону, куда он летит, та сторона безопасная. Хотя и другая фаза тоже его довольно простая.
Просто это самое более примитивное, и больше урона можно и нанести. Постоянное передвижение. Блин, здесь вообще почти не попал. Нужно просто на одном месте стоять, блядь, и кидать. Ладно, это взорвалась у него рука. В принципе, масштаб просто такая мощная. Давай, давай, открывай ее. Она легка для атаки. А вот когда начинается другая фаза, здесь уже нужно быть осторожным. Вот на этой фазе. Они что, не поднимаются? Они поднимаются. Значит, когда он атакует, нужно... Что, подкат не умеешь? Ты умеешь делать подкат, в чем дело? Ты поймешь, из-за тебя я могу проиграть. Давай, первая атака, поехала. Вторую руку давай. Так, все, две руки пошли в дело. Поехали. Давай. Минус одна рука. Ты что, думаешь, я смогу попасть в свою ту открытую руку? Когда ты ее вот так делаешь. Вот так, да, я могу попасть. Согласен. Давай, поехали. Ладно, на босса, да, время все-таки есть. А, я просто не могу допрыгнуть. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема, я не могу допрыгнуть. Я просто не могу допрыгнуть. А постоянный подкат он не хочет делать. Что, еще нет? Все, готов. На самом деле, вот эта фаза последняя у него довольно тяжелая. Так, ну, зато он действует так, как... А, не, я думал... Черт, ладно. Но я знаю, что это поднимется следующее. О, так это, оказывается, даже... Ништяк. Оказалось, это была фаза не очень такая сложная. Главное, как повезет, когда он будет атаковать. Давай прум. Ну, короче, в следующей серии мы поднимемся выше и посмотрим, что будет там. Видимо, как-то так. Сейчас будет заставка сначала. Либо наша будет сестра младшая говорить, либо будет Нео говорить. Один из двух. Сейчас посмотрим. Серьезно, не тот, не тот. Ну ладно, давайте тогда
залезем, как обычно, на эту херь и будем прощаться. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.